С Днем Ангела, дорогие именинники! В жизни часто бывают династии. Они могут быть в музыке, в науке, в различных ремеслах. Шлифуется мастерство, накапливаются навыки, и отец передает свои навыки сыну, секреты мастерства, сын своему сыну и так далее. А в монашестве, безусловно, такие династии невозможны, поскольку нет телесного родства, и люди принимают на себя обет целомудрия. Единственная возможная династия – это два поколения, когда и отец, и сын уходят в монастырь вместе. Вот такую историю мы расскажем вам сегодня. Преподобные Икарион и Захария, отец и сын, жили в одном из скитов Египта в IV веке. Икарион ушел в монастырь, оставив в миру жену и двух детей. Когда в Египте наступил голод, то жена пришла с детьми на руках к нему в монастырь и сказала, что прокормить она их не может. Икарион забрал себе сына, а дочку отдал жене, и та тоже нашла приют в одном из женских монастырей. Отец и сын стали жить и молиться вместе. Когда юноша подрос, Захария, то братья монастыря стали роптать на то, что среди них находится мальчонка, мальчишка молодой совсем, и попросили Икариона уйти в другой монастырь. Тот ушел, но и на новом месте не нашел себе покоя. Понимая, что он служит соблазном для братьев, Захария, тогда еще юноша, зашел по ноздри в некие воды ядовитого озера, так что кожа его покрылась струпьями, и даже отец его не узнал. Таким образом, он, обезобразив себя, думал облегчить себе жизнь в том смысле, чтобы не являться соблазном и поводом каким-то мыслям, ненужным для подвязающихся братьев. После смерти своего отца Захария стал нести духовный труд вблизи великого подвижника Авы Моисея Мурина, чернокожего эфиопа, который был великим монахом. Моисей Мурин был старше Захарии, однако считал его лучше себя. Однажды спросил его: «Авва, Захария, как мне спастись?» «Меня ли ты спрашиваешь, отче Моисей?» – спросил его Захария. «Тебя, потому что видел я, как на тебя сошел Дух Святой». Тогда Захария снял с головы головной убор монаха, так называемый куколь, бросил его на землю и стоптал его и сказал: «Если вот так не сотрет себе человек, не сможет быть монахом». До глубокой старости жил этот человек и приставился к Богу, достигши высокой святости и смирения. Имя Захария означает «клятва Господня», а имя Икарион, имя отца его, означает название той местности, в которой его отец родился. Икарион и Захария не оставили после себя потомства, вернее, Икарион оставил в лице своего сына и дочери, но до внуков не дожил, однако его это не печалило. То, что имя его исчезло в истории, не перешло к потомкам, для него не было причиной для плача. Как многие мудрые люди, они совершили духовную куплю, приобрели за время этой суетной жизни вечное, нетленное царство славы. Сегодня, кроме носящих имя Захария, мы поздравляем с Днем Ангела Савву, Гурия и Анастасия. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.